Эти цифры были озвучены на краевом селекторном совещании. Глава Анапы поставил задачу подойти к этому вопросу внимательно. Участки были выбраны в нескольких сельских округах. Пока здесь ведутся археологические изыскания. После проведения всех необходимых процедур приступят к оформлению и передаче многодетным семьям. О результатах работы доложили на краевом совещании. Важно понимать, что непосредственно предоставлению предшествует очень большая работа. Это и формирование земельных участков, утверждение схемы, проведение обязательно археологических изысканий и включение в государственную программу на обеспечение участков инженерной инфраструктурой. Сейчас в работе находится 230 участков в хуторе Уташ, селе Супсех, поселке Виноградном и хуторе Чекон. Их планируется передать многодетным семьям уже в следующем году.